раза в день. Можете использовать для лица, для остальных частей тела. В общем, владейте на здоровье. Спасибо. Удачи. Добрый день. Могу занять одну вашу минуточку? Нет. Всего лишь одну минуточку. Мне некогда. Представляю вашему вниманию инновационный продукт на основе древней китайской медицины – крем для рук Хуньнянь. Мы живем во времена, когда за кожей рук должны ухаживать не только женщины. Экология, плохая вода, неправильное питание – все это сушит и состаривает кожу. Давайте я вам покажу. Хуньнянь легко втирается, имеет приятный цвет и запах, не оставляет пятен на одежде, а кожа рук становится нежной и обретает молодость. И только сегодня вы можете приобрести крем по суперскидке в 50%. Берете? Когда вернешь? Что вернешь? Минуточку. Минуточку? Ты занял у меня минуточку. Когда вернешь? А, да, я понял, хорошая шутка. Оформляем, да? Так когда? Что когда? Сейчас можешь? В смысле, как я вам верну минуточку? Верни мне минуточку. Неадекват какой-то. Ты мне должен. Алло. Когда вернешь? Это кто? Теперь ты должен мне две минуточки. Вы сумасшедший? Откуда у вас мой номер? Две минуточки. Что за бред? Как я верну две минуточки? Как? Не надо было занимать, если не знаешь, как вернуть. Олег, это кто? Никто, балуется. Давай. Это кто в 3 часа ночи? Дверью ошиблись, наверное. Привет, что случилось? Я ел. В смысле? Ты время знаешь сколько? Я у тебя хотел спросить. На вот, скажи своему дружку, что поздновато для звонков. Меня? Да, тебя. Срочно говорит. За то, что ты бросил трубку, теперь ты должен мне 3 минуточки. Ладно, знаешь, не бери больше своего номера. Это какой-то псих, он меня терроризирует всю ночь. Чего? Штукарь гони. В смысле? Мне этот мужик по телефону сказал, что ты мне за это штукарь дашь. Ты что, не в курсе? Нет. Ну, а он сказал, что в курсе. Так что давай гони штукарь.
Ты мне сам две штуки должен. Ну, теперь одну. Дверь не закрывай. Я, может, сейчас еще зайду. Олег! Откуда это? Как? Как это возможно? А оно настоящее? Мы в опасности. Почему? Почему это ты сделал? Быстро собирайтесь, я отвезу вас к маме. Да. Слушай, ты меня пугаешь. Давай просто вызовем полицию. И что мы им скажем? Что у нас говно в кровати? Быстро собирайтесь, я потом все объясню. Я же говорила тебе, давай не будем снимать эту квартиру, потому что здесь плохая энергетика. Говори, где? Где моя семья? Вначале долг. Что за чушь? Как я отдам тебе время? Это кто? Это все люди, у которых ты украл по минуточке. Так, стойте, подождите, ладно, хорошо. Я отдам тебе минуточку, отдам. Всем. Всем, только скажи, как. Что происходит? Мы в расчете. Это что такое? Это тебе передали. Да блин, мам, это для рук! Так, сейчас не до капризов. А то что скажут? Ленка Олега бросила. Со старым пердуном живет? Не надо там мацать, мама!